как раз люфт отсюда снизу. Да, сейчас, сейчас он заедет. Ага. Вот. Машины. В машине установлен гирополукомпас, по которому они ориентируются под водой. Выставляют его на ноль перед водной преградой, разориентируют его и двигаются, ориентируются по нему. Когда исчезает свет по входу в воду, они просто ориентируются по гирополукомпасу. Если что-то происходит, я их направляю своими командами право, левее, так, так.